В порту Балатера нас встретили мастер Коля Игер. Вот наша лодочка, на которой мы сейчас уходим на остров Любанка. Серега нас встречает, так что все нормально. Идем на Любанку. Попутно ловим рыбу. Пока 8 часов идем по спокойному океану к Лубангу, расскажу предысторию. Алексей, предлагаю временно скрыться от короны на Филиппинах. Саля и дочка заждались меня, предложил Герман осенью 2019 года. Еще в первую нашу поездку 2006 года Герман завел себе филиппинку Салли, от которой у него в 2008 году родилась дочь Елена. С тех пор Мендора стал вторым домом Германа, а он стал пропагандистом Филиппин. Так, с его подачи Макс построил на Лубанге отель X-Divers Resort, который ждет нас сейчас. Николай последовал примеру Германа и тоже стал обладателем филиппинской дочери, которой к нашему приезду исполнилось уже 6 лет. Николай с Германом и мастером вылетели заранее, чтобы договориться о лодке. Надо запастись продуктами и топливом для экспедиции на остров Лубанг и ежедневных выходов в море на все 2 недели пребывания. Дальнее сообщение между островами осуществляется паромами. Лодочное запрещено по причине безопасности. Добираться из Пуэрто-Галера до Лубанга на обычной лодке – крайне рискованное и запрещенное мероприятие. Штормы в открытом океане могут возникать внезапно и нередки здесь, поэтому найти рисковый экипаж и подготовить подходящую лодку на 2 недели – дело непростое. Мы вылетели из Питера в конце января 2020 года. Благополучно миновав Иран, где недавно был сбит украинский пассажирский лайнер, сели в аэропорту Дубая, где накануне был потоп. Опасаясь коронавируса, народ прохаживался в медицинских масках, особенно азиат. Наши отважно игнорировали. В Манилу прибыли в 21:30, где я забронировал гостиницу в пешей доступности от терминала аэропорта. Отель оказался довольно затрапезной дырой, но нас устроил. В 2 часа ночи за нами должен прийти автобус Батангас, а уже было 23:00. Пока разгрузились и помылись, настала полночь. Ребята пошли еще и покушать в ближайшем кафе, так что времени на сон не осталось совсем. Накануне нашего прибытия произошло колоссальное извержение вулкана Тааль в Батангасе, что по дороге в порт. Дорога переломана, часто встречаются наспех засыпанные ступеньки и боковые смещения шоссе. Дым и пыль почти на всем протяжении дороги, едем как в тумане. Машины с полицейскими мигалками каждые 500 метров в километр или отдельно стоящие мигалки без машин. В порт Санта-Клара Батангаса прибыли в 4 утра. 5-часовой паром на Балатера по средам не ходит. Ждите 6 утра. С трудом нашли нужную кассу. Для каждого парома касса своя. Любопытно, что российские пенсионные карточки Володе дали скидку на билет. Остров Лубанг размером 30 на 8 километров, примерно в 20 километрах от большого острова Мендора. Рядом с Лубангом еще 3 небольших острова, в том числе Кабра, к которому мы планируем выходить на охоту. Лубанг удивительно красив. Пляжи с белым песком, горы, джунгли. Рядом прекрасный подводный мир. Мы с острова Кабра – одно из лучших в мире мест для троллинга большого тунца. Наш отель X-Diver Resort – самая западная точка острова у местечка Такбак. Хозяин отеля, Макс, друг Германа, построил здесь отель для дайверов, куда вкладывал доходы своего процветавшего фарм-бизнеса. Вот мы собираемся, когда будет погода потише, пойти вот туда нырять. Там очень интересные места, ходят большие тунцы. Бассейн, к сожалению, не работает. Собралась дождевая вода. Оформил документы 60% на Филиппка, Робина, так по местным законам иностранец может участвовать в предприятии, и 40% на себя. Отель уже потихонечку разваливается. Встреча вечернего заката. Позже его дела пошли как нельзя плохо. У самого Макса нашли рак, он потерял всякие интересы и перестал финансировать дело. Робин превратился в фактического владельца без средств на содержание отеля. По соседству обустроился английский лорд Хеффорд, подаривший филиппинке свое сердце, а в придачу дом с участком 4 га и особняк в центре Манилы. Герману с Колей посчастливилось побывать в нем и посидеть на золотом унитазе. Однако позже лорд неосторожно наступил на доску с ржавым гвоздем, и когда его привезли в госпиталь Манилы, скончался от сепсиса. А вот здесь мы обедаем, ужинаем и завтракаем. Вот, а там море. Удивительно, но вода в океане оказалась несколько мутноватой. Никогда не было такой плохой видимости. Возможно, это из-за извержения и пепла вулкана, ведь летело как раз в сторону Лубанга, заключил Герман. Счастливый Герман! В Голливуде стою. Зато не брызжит. Ты хоть понырял? Понырял. Давай, рассказывайте. Я рассказываю. Упал вот сюда и вышел вот отсюда.
Со дна я вытащил живого партизана, не знал он бедный, что закончилась война. Оказывается, эти слова песни Токарева имеют реальную подоплеку. При бегстве японцев в 44 году по приказу их командования группа 55 человек была оставлена на Лубанге для диверсий. Группу постепенно перебили. Командир Анода остался один и 30 лет по 74 год скрывался в джунглях, временами терроризируя местных. Поймать его не могли. Только в 74 году удалось успокоить партизана. Для этого по просьбе правительства Филиппин на остров доставили его командира, японского майора, который с самолета над джунглями в мегафон обратился к Аноде, отменив приказ. Анода был помилован и позже вернулся в Японию. Это называется джипни. На нем нас каждый день возят к яхте. Робин жалуется, что Макс, хозяин отеля, не присылает денег его семье и не шлет постояльцев. Робин голодает, все поддерживает своими силами и помощью родни. Так что каждый заезд – это праздник всей округе. Каждый вечер у нас на кухне происходит торжество Робина со всей оравой его родных, детей и друзей, чем Бог послал. А послал он ему то, что мы закупили себе на пропитание и поместили в его холодильнике. Да, у Филипков очень развита семейственность. Принято делиться всем. Это для них норма, объяснил Гера. Подготовка к выходу в море идет полным ходом. Покидаем Любанг, идем к острову Кабра. Баллоны у нас с собой. Ребята готовят снаряжение. Вдали наша гостиница на берегу. Февраля у острова Кабра. Мастер взял небольшого собакозубого тунца, Сергей украинец, тоже тунца, но тот сошел, пока охотник взывал к лодке. У меня сошла барракуда и окунь на мелкоте. Не могу привыкнуть к новому ружью Роллер Баттерс.
впереди остров Любанг и наша гостиница прямо по ходу. Но мы в нее не пойдем. Мы пойдем в марину, а потом на машине поедем. Вечером Герман и Серёга Якут здорово приложились к Рому. Когда я подошел, Герман вспоминал историю, как в 2004 году я спас его от атакующих акул на пипи, которую я начисто забыл. Алексей, я тебе обязан. Ты не оставил друга в беде. На тебя можно положиться. Опасаясь излишнего всплеска его нежных чувств, я покинул столовую. Засыпая, сквозь наплывающее сновидение, я слышал какие-то вопли. На утро пришел Коля, сосед Герман по комнате, и рассказал о вчерашних приключениях. Выпив несчетное количество бутылок рома с Сергеем Якутом, а потом с Робином и всей оравой его родни, Гера дошел до предельной кондиции и сделал неприличное предложение жене Робина. Присутствовавший при этом уважаемый человек, учитель и член правительства острова, сделал Гере замечание, тот врезал ему по морде, так что Филиппов заплакал. Другой абонент схватил пустую бутылку и хотел дать Гере по голове, но Робин остановил его. Геру оттащили и отправили спать, но тут ему подвернулся местный педик, которого он затащил в номер и приходовал и стал рекламировать Коле. Коля долго и тактично выставлял красавца, что ему удалось лишь после ряда попыток, без применения насилия. Потом Гера пытался наброситься на Колю, но утратив запал, успокоился и ушел в пустой соседний номер, где уснул на унитазе. Коля безуспешно пытался оттащить его в постель. Приехали в магазин за пивом, сдали бутылочки запрошенные. Вот так вот мы здесь и ездим. Каждый день. Два раза в день. Ну что, заправили? Да, заправили. Можно идти в море. Отлично. Браздить просторы. Сегодня у нас половина день отдыха. Здоровье поправим. В связи с тем, что Гера вчера набил всем морду местным, мы отдыхаем. Будет решаться вопрос. Посадки в тюрьму. Уже следователи приезжали. Отпечатки сняли. Пытались. Нарисовали эту схему. Ну, мне нарисовали. В общем, Гера тут навел свои порядки. По $1000 платить мы отказались за него. Да. Так что придется ему на рудники местные. Говорил, отвечай. Все. Сегодня только 5 отважных выходят в море. Остальные слабаки остаются на земле. Профессионал. Юли сразу пошли. Раз, два. Наши уходят в море, а мы остаемся. 3 февраля. Дует сильный ветер северо-запада. У меня воспалились натруженные новыми тесными ластами большие пальцы обеих ног. Никогда еще не было такой погоды в это время. Климат реально меняется, сказал Гера. В море ушли 4 отважных. Мастер, Сергей, Коля и Женя Тучков. Остальные и я гуляли по острову, купались и предавались ледневому отдыху. Женя стрельнул каранца, но тот ушел с гарпуном, оторвав линь. Робина вызвали в полицию для дачи показаний. Дело замяли, но Гере придется раскошелиться. Пока не ясно, во что ему это обойдется. Фазенда для нас. Вот так у них счетчики стоят. Мерседес местный, 600-й. В какую сторону бежать в случае цунами? Сушат рыбок. Респондент. Бежать направо. В Бабала. Вот эта разметка светится ночью. Каждый свой фотоэлемент. Солнечная батарейка. Школа. Что бы это у него в руке? Тут лопата, а вот это что? Птички он поет. Витражи очень красивые. Сегодня высокая вода, можно купаться.
Обычно в это время мы всегда в море, но вот сейчас вот в связи с Гериными приключениями остались здесь. Сзади остров Кабра, на котором мы вчера были и, видимо, завтра пойдем снова. Вот тунцы охотятся, е-мое. Задушил собственными руками. Нормально. Вот отсюда надо снять, чтобы зубы, блин. Нормально получилось? Это добыча Вадима. Вадим, возьми. Ты голодная. Ну расскажи, как ты ее пришлепнул. Как я тащил, как она родственная села. Схватила за ласту. И перебиралась все выше и выше, пытаясь добраться до ноги. До самого дорогого. Все хотят с серебряной рыбы сняться. А что делать? На краю полки. Они там ходили. 5 метров. Ну, как бы, пришлось немножко за полочку заплыть. Горшун застрял. Была большая текуха, пришлось долго работать против текухи. Выговаривать горшун, ну, слава богу. Он там ни в какую нору не залез, просто флажки зацепились за коралл. Ага. Пришлось ружье повесить, вернуться. Поднырнул, посмотрел, что к чему, понял, что можно гарпун вынуть малой кровью. Ну и вынул. В общем, я думаю, что это Луциан. Поверни вот так вот. Как бы руки расслаблены, работают только ноги и часть спины. Обычный баттерфляй, то ты с большой глубины идешь, у тебя обжало и грузов много. Ты грибок делаешь вперед и точно так же грибок делаешь назад. То есть больше амплитуды? Конечно, конечно. Это больше... как? Покажи, как больше. Вот так. Лекция начинающих подводных охотников. Вот это движение назад, оно действительно дает дальше большую скорость. И тебе легче, ты опять же экономишь кислород, когда лучше баттерфляем, разогнался. Даже если мы возьмем, не дай бог, конечно, блин, тебя рубануло, блин, ты все равно на скорости вылетишь. Ты пройдешь эту точку невозврата, грубо говоря, у тебя будет положительное плавучесть. Так что вот так бывает. Вот как-то так. $5, вы не просто так слушаете. Бомбардировщик. Да, это местное, да. Рыбинспекция местная.
Давай я тебя хоть немножко. Посадка охотников на лодку. Наша посудина Каледония. Все равно костюм одел, пошел. Вот у меня самое загорелое место. Холодно на острове, холодно. Замерзает. Вообще. На самом деле очень хорошо. Легкая рабочая сыпь филиппинская. Грязь. Это не шторм. Чуть не потеряли острову, ты большая акула. Да. Герман нас сегодня накормил. Красавец! Красавец! Погода сильно ухудшилась, может штормит. На лодке мне было прохладно даже в непромокаемой яхтенной куртке. В ковре не пойдешь, решили сходить к затонувшему корейскому буду. Там море было спокойно. Ребята спускались с аппаратами, залезали в каюты. Коля снимал, подсвечивая фонарем. Когда же вылезал на борт, уронил фонарь. Ребята готовятся к спуску на корейский бот. Два часа искали место, наконец нашли, зацепились за него. Сейчас будут спускаться. Охотники отдыхают. Еще надо на каракатице на это, да? Это каракатица. А нет, это на корабле надо считать. Похоже, Ремень-то расстегнул, а? Да.
Тогда я сейчас снять ее открою, подожди. Арестуем ремнем. Регулируй. Давай. Нормально, баллон вроде держит. Хрена веревки быть. Эта штука моя, сейчас подожди, сейчас пойдет следующий. Это нужно так, сбрасывать мягко. Ну да. Залеем. Ох, я видео заснял. Что заснял? Видео, классно. А что там? А в трюмах там с фонариком. Похоже, возвращаться нам придется на регулярной большой лодке. На нашей до конца Лубанга мы, конечно, дойдем, но в проливе Сминдора с этим ветром нас поломает боковой волной к чертям собачьим. Отвесы и так трещат, а при полной загрузке тем более, и вещи будут насквозь мокрыми.
Из-за пандемии и штормовой погоды объявили запрет сообщения между островами. Я обратился в консульство. Ответили, что понимают ситуацию и будут решать, как помочь выбраться с острова, записали телефон, но звонка так и не последовало. Пытался поменять дату вылета. Не получилось. Робин, вернувшийся из порта, сообщил, что послезавтра, возможно, пойдет паром на Манилу, а завтра на Балатеро. Группа разделилась. Коля предпочел рискнуть и остаться еще на два дня, вернувшись в Сабанг с тем же путем на нашей облегченной лодке по штормовому океану. Отважный герой. А ведь лодочники боялись и сомневались, смогут ли пойти. Мы же успешно добрались на пароме до Балатеро. Болтало нещадно, но дошли. Так что осталось еще два дня до самолета. Остановились в гостинице на Вайт-Бич. Герман отправился в джунгли, где Досали и все аравы ее родни давно построил домик. Конечно, так себе фуфло, но для них шикарный, говорил Герман. До Батангаса добирались регулярным паромом, а там до Манилы такси. Еще день болтались по Маниле и гуляли по набережной. Морской переход на Пуэрто-Кальера. Большие волны. Но мы идем, не боимся, не сдаемся. Самое удобное место. Ой.